Сегодня разбираем киш лесник. Это идеальная мелодия для того, чтобы наработать навык чередования. Так как мелодия достаточно простая. Для любителей это просто будет чистая мелодия. И будет еще в конце для тех, кто любит фигачить фингерстайл со всякими приколами в виде щелчка. Поехали. Ну и секунда рекламы. Хочешь прокачать свой скилл игры на гитаре или научиться с нуля? Записывайся ко мне на пробный урок. Увидимся. Итак, разбираем пока просто мелодию для тех, кто хочет научиться чередовать, как упражнение. Повторяйте за мной полностью в левую руку, копируйте палец в палец, это мое сразу наставление, и в правой руке вы чередуете пальцы. Старайтесь научиться на каждый звук делать по удару каждым пальцем. В правой руке большой пальчик на четвертой струне. Далее указатель средний уже приготовились, все здесь на месте. Поехали. 2, 2, 1, 1, 3, 3, 0, 0, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 0, 0. Ни в коем случае не меняйте здесь, ничего не отпускайте. Все стоит намертво. Это ваша точка опоры. Дальше. 2, 2, 1, 1, 3, 3 по первой струне. И 1, 1 по первой струне. Повтор. 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1. Дальше. Что происходит? Второй палец у нас все еще на месте, он опорный палец. Двигаемся. 3, 3, 1, 1, 0, 0. И вот здесь с третьим пальцем 3, 3, чтобы четвертый палец сразу же был готов. 3, 3, 1, 1, 0, 0, 3, 3. Ну а дальше уже просто все отпускаем. 0, 0, 1, 1, 0, 0. Ошибся. 1, 1. И здесь можно, ну, либо третий, либо четвертый палец использовать. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 3, 3. Вот и все. Пожалуйста. Ну, на втором уровне, если хотите, то можете уже и бас поставить. Если вы здесь мелодию правильно выучили, то басы легко просто поставить, щипайте их вовремя. Мы двигаемся дальше. Играть с перкуссией слегка отличается. Мы здесь можем мыслить немножко аккордами, то есть мы можем поставить в начале АМ, но не советую. Лучше поставить неполный АМ, да, вот эти два звука указательным и средним. И пошли, движение. Опять же, здесь все с чередованием будет складываться именно еще прикол-то со щелчком, поэтому будьте внимательны. Постарайтесь скопировать, я показываю как минимум медленно, вместе с басом. Поехали, 2, 2, щелчок, подцеп, 1. Снова бас, щелчок, 0. Видите, криво получилось. 2, 2, щелчок, 1. Бас с третьим, щелчок по нулям. Главное, цепляйте и чередуйте. Дальше мы за счет среднего пальца уходим на барре. Здесь без барре, к сожалению, не обойтись, поэтому это не особо для начинающих. Мы зажали, опять же, не полное барре. Но за счет среднего пальца. С басом поехали. Бас, 2, щелчок, 1. И здесь мизинец пошел вместе с басом. Щелчок, 1. Та, та, щелчок, 1. Па, па, та, та. Обязательно копируйте все, что я делаю. Просто лишний раз, чтобы мне не повторяться. Мы переходим потом в следующий такт. Аккорд ДМ здесь обыгрывается, поэтому сразу внимательно. Вы можете сразу аккорд ДМ поставить и вот здесь приготовить четвертый палец на первой струне. Поехали вместе. Три, три, щелчок, один. Открываем. Ноль, ноль. И вот здесь уже стоит палец. Три, три. Я мажу пока что. Три, три, один, один. Ноль, ноль. И уже стоит. Три, три. Что дальше получается у нас? Мы переходим в аккорд G, как бы здесь он подразумевается, но не полный. Вот, кстати, за счет второго. По сути, вот в этой точке, когда мы второй раз играем, лучше поставить четвертый палец, чтобы у вас третий палец освободился вот в эту плоскость. Вам будет проще. И поехали. 0, 0, щелчок, 0. 1, 1, 3, 3. И снова повтор. И все. Надеюсь, у вас получается. Присылайте результаты в комментариях.